А вы смотрите с футбола чемпионат Европы по футболу? Нет. Смотрите. Вы сейчас смотрите чемпионат Европы по футболу, который идет? Нет, не смотрите? В отсутствие сборной России смотришь ли ты этот турнир и за кого болеешь? Да, конечно, смотрю. Нет России, грустно. Поболеть особо не за кого, чтобы прям все сердце отдать. Ты в основном выражаешь какие-то симпатии командам. Вот моя симпатия упала на сборную Германии. Какая страна симпатизируется? За Испанию. За Испанию? Испанию и Голландия. Почему именно они? Ну, по игре нравится, как бы более эмоционально. Не скрыто играет, открытый футбол. Более такой слаженный, смотрится игра. Сегодня первый полуфинал. Испания-Франция. Твой прогноз? Я думаю, что Испания выиграет 3-0. Болею за Испанию, потому что очень комбинационный футбол показывает команда. Очень молодые звезды, молодая команда. Ламин Ямаль, по-моему, разрывает просто этот чемпионат Европы. Интересно смотреть такой крупный турнир без участия сборной России? Интерес теряется, потому что все-таки сборная наша, она хоть и не высоких достижений, но это все-таки наша родная сборная, и за нее хочется болеть.